Заказ был сделан в компании Hotlong и доставлено компанией SDEC. В посылке у меня два спальника Trek Planet Avola Comfort, прибор противомоскитный флагман и набор запасной термосел для прибора противомоскитного. На упаковке видно компания Hotlong. Изотермические товары написано, но у них есть и туристические товары. Распаковываем. На сайте компании указано, что на каждый заказ они отправляют подарок. Пока я не вижу подарка, я вижу 4 предмета, которые я заказала. Итак, здесь 2 спальника. Пакет в связи с заказом термосела. Видно, идет пакет специальный. Вот здесь рекламка. Я заказала вот один из таких. От комаров. Средство от комаров. Я очень боюсь комаров. Они кусаются жутко. Сначала распакуем спальники. Так выглядит чехол. Здесь есть ручка. Jungle Camp Avola Comfort. Комфортная температура плюс 10. Лимит комфорта плюс 6 и экстремальная температура минус 5. Что здесь еще написано? Наполнение холофайбер. Рост максимальный человека 195 и вес 1,5 килограмма. И здесь, я так понимаю, дублируется информация. Здесь штрих-код. Больше вот еще что-то здесь. Молния левая. Здесь тоже молния левая. Так, здесь фиксируется таким замочком. Мама, я Чашкой. Открываем. Распаковываем. Легкий, мягкий. Раскладываем. Мы его расстегнули. Справился с расстегиванием ребенок. Я хотела, чтобы внутренний материал не был прям таким полиэстер скользким. И вот этот, он чувствуется, конечно, он полиэстер, но он не такой вот, как внешняя сторона, гладкий. Он немножко такой приятный, специальный такой материал. Липучки. Так, его можно использовать как одеяло, он раскрывается хорошо. Я сейчас открою второй спальник, чтобы попробовать их соединить два сразу. Вот он в разложенном состоянии, это прям вот полноценная двуспальная кровать. Когда я их заказывала, два спальника, я планировала без вот этой штучки. Она, конечно, удобная под голову, но я хотела ровной, чтобы можно было два спальника соединять, совместимые, соединять, чтобы один постелить, второй сверху застегнуть по кругу и спать там с детьми. Сейчас я открою второй спальник, мы его соединим и посмотрим, как это будет выглядеть. Здесь вот на краях есть еще такие петельки, скорее всего, для просушки, чтобы можно было повесить, просушить. Открыть смог даже ребенок. Очень просто все. Сейчас попробуем соединять. Покажу замок. По всей части. Здесь фиксируется липучкой. Двойной замок, чтобы можно было с внутренней стороны расстегивать и с внешней. Легко расстегивается. Нигде ничего не задевает. Так, здесь попробуем до конца расстегнуть. Расстегнули. И теперь со вторым буду соединять. Вот если наложить один на другой, видно, что здесь этот замок пойдет с этим, а этот замок пойдет этим. Сейчас застегну, покажу. Ну вот, получилась такая кровать. Я соединила только с одной стороны, с другой стороны не стала, но принцип тот же. Что здесь получается? С той стороны получается место под голову лежит, а здесь оно вот заворачивается. Также здесь есть утеплитель под замком. Ветер вам не задует, сквозняк не будет. Здесь покажу, как застегиваем. Вот. Иногда вот это этот утеплитель, он забивается под замок. Ну, быстро можно вытащить и справиться с проблемой. Здесь чьи-то уже ноги лежат. Сейчас мы их укроем.
Все. Здесь можно липучкой застегнуть. И вот такая получается классная кровать. Можно здесь поместиться втроем легко. У меня маленькие дети. И мы с ними ляжем, обнимемся, и никакой холод нам не страшен. Такой хороший, тепленький. Я надеюсь, что тепленький. Мама. Я вообще мерзлявая. Мама. Тихо. Вот он такой. Да, хороший.